Здравствуйте! В этом видео я покажу, как увеличить размер шрифта и, в общем, всех иконок Windows 10. Видео было снято для канала No Wedge Reactor. Итак, откроем параметры. Здесь специальные возможности. И у нас первым делом откроется раздел Display. И здесь есть увеличить размер всех элементов. И здесь выбираем 125, 150 или 175%. То есть, как вам уже будет удобнее. Я, например, выберу 125%. И как вы можете видеть, увеличились все объекты на экране. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.